Итак, всем здравствуйте, с вами некромант, черный практик. Давайте посмотрим, что он решил насчет ваших отношений. Представляем его, думаем о нем, что он решил. Короткий расклад. За более личными раскладами обращайтесь на WhatsApp. Звонки тоже разрешаются. Здесь человек думает. Быстро как-то все начало развиваться в ваших отношениях. Он не ожидал, что так быстро, привык. То есть человек привык. Но человек скрывает то, что, скорее всего, он не свободен. Он не ожидал, что так быстро, стремительно будут развиваться ваши отношения. Вас он сейчас видит закрытой, холодной. Может быть, у вас был какой-то спор, скандал, вы ему что-то сказали, да? Скорее всего, вы ему что-то сказали, был какой-то спор, скандал, да. То есть человек сейчас даже не знает, как правильно поступать. Он просто не ожидал, что быстрое развитие ваших отношений будет. Но вы что-то ему сказали, был какой-то спор. Человек, кстати, может быть в дороге, либо приобрел себе машину, либо сейчас куда-то, может, поехал или собирается поехать. Пока насчет ваших отношений точного ответа нету. То есть у него нет, он еще пока не решил.